restaurants, sporting events, hotels. Интересно, среди новостроек и небоскребов маленькое старинное здание. И автобусы, как у нас были при Советском Союзе. Двойные. Это троллейбус. Это автобус. Троллейбус. Go through Market Square. Okay. Unless we can find something in Market Square. Like Dunkin' Donuts here. Good morning. Утренний Питтсбург. Кто-то бежит на занятия, кто-то на работу. Homemade ice cream, right there. Yeah, I remember the thing. Yeah. Right there is where we parked. That's where your store was supposed to be. Shoe repair. Italian shoe repair. Хотели мы побродить по Питтсбургу пешком, но вчера весь день лил дождь, и у нас, естественно, не получилось. Мы пошли в музей, чтобы быть где-то в помещении. Так мы хоть сегодня немножко пройдемся. И так хорошо, рано утром, толпы нет, людей. Приятный городок, конечно. Наверное, потому что родилась и выросла все-таки в городе. В немаленьком городе, то, конечно, мне вот это все выхлопные газы, машины, дома, это как-то все ближе, высотки. Здесь у них не принято жить в таких городах. Если есть деньги, они выезжают за город. И будет чище воздух, дом. Смотрите, какой дом красивый. Решили пожертвовать завтраком заради цієї красоты. Смотрите на эту красотищу рядом с этими новостроями. Так, как выяснилось, перед нами здание суда округа Аллегени. Построено оно было в 1888 году архитектором Генри Ричардсоном. Это архитектор, который входит в тройку лучших архитекторов Северной Америки. Он стал основателем так называемого романского стиля Ричардсона. То есть это как бы был романский стиль, но в его интерпретации.
1976 году это здание было объявлено национальным историческим памятником. This is the smoking area. County, September 24, 1788. Named after the Allegheny River. 1764 became a city in 1816. Yes, we will go. We will wait a second. Just a second. Это великолепно. Да? Не знаю. Тюрьма и здание суда соединены между собой мостом вздохов. Дизайн этого моста основан на мосте вздохов Венеции. County office building. Ага. It probably was in fire. It could be old. I don't know. Looks like fire for me. The columns look like they were on fire. О боже, какая крошечная дорожечка. Смотрите, какой дворик, можно прийти и поиграться с детками. Здесь так тихо. It's like the old church part. That looks like. Chapel. Thank you.
we can go? Yeah, I guess. Look at that, Henry Clay Frick. What a place to put a sign. You're supposed to read that. Who can read it, yeah. 1892. The Frick Building. Waffles in caffeinated. You want to eat? I'm gonna have to stop and eat something on the way. Fancy clock right here. Мы жутко замерзли, но мы прошлись по всем тем местам, которые вчера проезжали. Ветер какой-то. И думали, уже не сможем там пройтись, прогуляться. Но вот все у нас получилось. Единственное, что мы не позавтракали, но мы решили пожертвовать завтраком ради такой прогулки. Не знаю, для меня вот это вот та Америка, на которой, знаете, мы выросли на фильмах. 80-е, 90-е годы со всеми этими небоскребами, с афроамериканцами на остановках, красными автобусиками, где-то там. В общем, довольные. Вот и подошла к концу наша поездка. Питтсбург нам очень понравился, но, как говорится, дома лучше. До встречи в новых видео! Opened. No, you're okay. Fine. We're already past it.